Телеканал КРТ представляє. Я хотів від вас почути про політичний дефолт, наприклад, того, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, де захопили мерію в Сіетлі, здається, в Атланті. Я би з удовольствием цілу передачу тому, тому що це в двох минутах очень сложно. Ну, ви ж сказали, да. Що на осінь, коли пролетіть, ну, як, да. Збурення. Да. Ну, у нас немножко другие, да, сравнивают сравнимое. Но там, ведь мы не говорим о том, что поднялись американские левые. А ведь для левых Трамп, чуть-чуть лучше Гитлера, разве что. Для американских левых. Их кумир Берни Сандерс, но они прекрасно понимают, что глубинное государство его не пропустит. Его, ну, что случилось? Поднялись черные. И прямо сегодня говорят о том, что если бы не было черных пантер, то Мартина Лютера Кинга никто бы и не услышал. Поднялись Америка напичкана вот этими ультраправыми милициями, которые видят святую расовую войну, Рахова, Рейс, Холи Вор, да, вот, и они вышли с оружием, в бронежилетах, с разгрузками, видим борьбу Сороса, Байдена против Трампа. И Трамп эту ситуацию пытается обернуть. То есть там такой многослойный пирог, что какого-то дать какое-то универсальное определение. Я скажу только одно. Вот мне понравился месяц назад Сергей Переслегин, есть российский стратег и футуролог, у нас сейчас почему-то не модно обращаться. Он предупреждал, что мир, размонтировать систему с помощью коронакризиса не получилось. Но он предрек о том, что осенью нас ждет что-то похожее на украинский Майдан. Только в глобальном масштабе. Но он ошибся. Який помаранчевий Майдан чи Євромайдан? Майдан 14-го года. Тут цікаво, ви зачепили тему аналогії з Майданом, що на осінь, так? Що вони очікують в Америці аналогії з українським Майданом. І зараз ми бачимо, сьогодні бачили зранку страшні кадри, коли в Сіетлі мерії захопили зброю, розгрузка, бронежилети. Що твориться? Чи буде там так само амністія за аналогією? Знаете, я не футуролог, но я рискну предположить, что если власть, верхи могут управлять по-старому, перефразируя запрещенного у нас классика, то они подавляют протестные выступления, закручивают гайки. Если они не могут управлять по-старому, они проводят реформы. Ну, гораздо хуже у нас, когда у нас не могут ни по-старому, ни по-новому. Дякую.